Ре, весь этерс ир те. Обещали много, сделали мало. Список объектов, которые для ремонта в прошлом году заявил департамент сообщения Рижской думы, был велик. Список законченных объектов оказался гораздо меньше. Евгения Копылова решила выяснить, куда пропали новые велодорожки, реконструированные мосты и заасфальтированные улицы. На Курзамском проспекте строители должны были начать ремонтные работы еще вчера. Нет ремонта и сегодня, 23 января, спустя 5 месяцев, 27 дней. Это далеко не единственный объект в списке обещанных, но не выполненных в прошлом году работ департамента сообщений Рижской думы. В нем ремонт моста Браса с улиц Флот и Сытургенева, начало строительства путепровода в Саркандаугаве, строительство велодорожек до Даугав-Гривызепня-Канца и Пурвтемса. Один из самых заметных фигурантов списка – улица Краста. Ремонта там не случилось. Те проекты, которые остались с предыдущих лет, где было понятно, кто будет строить, в какие числа начать и так далее, они шли нормально, по графику. Но то, что сделали рекордно низкий объем работ в этом году, даже в самом глубоком там кризисе, так мало никогда не сделали. Так что это, ну, это не за что похвалить. Что же случилось в Риге? В департаменте сообщения говорят, много денег пришлось выделить на большие проекты. Например, на островной мост. Но и это не все. Часто задерживается само проектирование. Это мы не можем предвидеть. Перед сроками сдачи приходит проектировщик и говорит, что столкнулся с проблемами и вовремя не закончит. Например, велодорожка в Даугавгриву. Мы долго не могли договориться с владельцем территории. Такая же ситуация с Восточной магистралью. Там вопрос земли еще решается. Проект улицы Краста понадобилось разделить на две части и переделать. Сейчас мы оцениваем строителей. На прошлой неделе в самоуправлении сменился руководитель комитета по делам транспорта и сообщения. Как он видит ситуацию? Скорее всего, тут проблема в коммуникации. Потому что если какое-то ответственное лицо говорит, мы запланировали сделать, общество воспринимает это, они пообещали это сделать. Теперь департамент говорит, что этой весной строители должны начать ремонт моста Брасос и улицы Краста. После ремонта коммуникации придут на улицу Флотес, а вскоре начнут прокладывать велодорожку до Даугавгривы. С велодорожкой до Зепния, Канца и Пурвтемса по разным причинам вышли заминки. С улицей Тургенева тоже не вышло. Там будут тянуть электрокабель, придется ждать. Ну а путепровод в Саркандаугаве обещают начать строить осенью. Впрочем, могут и планировать, а между словами «обещают» и планируют, как оказалось, большая разница. Евгения Копылова, Дайнис Лацис, Латвийское телевидение.